всем огромнейший привет, друзья, с вами, как обычно, я, Саня, игра... И это ролик, прикиньте? Нет, прикинь! Прикиньте, это ролик по сампу, господи. А до чего я докатился, господи. Ну ладно. Многие из вас играли в самп, я чуть-чуть в своей жизни там немножко пробовал, мне не понравилось, но это уникальный сервер, Не просто так я сюда зашел, это, как он называется, G-A-C-C-P-P-G... Нет. Аш... Как? G-A-N-C Project. Да что ты, черт побери, такое несешь? Получается. Ну да, уникальный сервер сам, где ты можешь попробовать себя в роли дальнобойщика. Мы создаем игровой мод, который по геймплею возможности обошел полноценный симулятор в лице Евротрак Симулятор 2. Вы можете себе представить, он обошел Евротрак Симулятор 2. Как жить? Теперь, как же, наверное, по графике тоже обошел, да? Так, ладно, первым делом возьмите те гадь в гараже, который находится перед вами. Если вы первый раз в нашем сервере, так, на нашем сервере, система предложит вам пройти обучение. Рекомендую не согласиться, знакомиться, пройдем. Если вы уже знакомы, так, окей. Вы готовы, дети? Прожимаем лайк, подписываемся за канал, за такой экспириенс. Ля, какой стэтхам лысый, это я, получается. Так, взять тягач. Мне было нет номера. Мне сказали взять тягач, мне похуй. Я сел, это мой тягач. Вы хотите пройти обучение? Да. Поздравляем! Сегодня вы начали свою деятельность в качестве водителя грузовика. А вам предстоит вкусить и ощутить на себе все прелести жизни на дороге. Вы будете заниматься доставкой груза, выбирая заказ на оптовых множество заказов на любой вкус, различный транспорт. Для доставок уникального оформления позволит вам полностью погрузиться в атмосферу игрового процесса. Я извиняюсь, у меня температура 37,5, уже держится 2 недели, это пиздец. Так, поэтому, ну, как снимается, так снимается. Оптовые базы и где их брать? Ага. На сервере предназначено более 40 различных видов грузов, каждый из которых необходимо получить на оптовых базах. Так как вы сейчас отправляетесь в одну из них, если для какого-то вида груза вам необходимо будет прицеп арендовать. Так, вы можете также на оптовой базе, нажав кнопочку Т. Ага, все. GPS, оптовые базы. Ага. Ну, я все равно это все забуду. Уже не терпится начать. Тогда приступим к делу. Вам необходимо доставить груз, хлеб. Хлеб всему голова, кстати. Для оптовой базы Янис. Пенис. Ейс. Инц. Короче, ладно, неважно. Боров Компарэйшн, короче. Из Бостон товарная база и товарная база Сиэтл. За доставку вы получите $1747. Это как много вообще. Справитесь, конечно, справлюсь. Поехали. Вы успешно приняли рейс. Ага. Нет, подожди, а где? Не понял. Теперь вам необходимо ехать к вашему прицепу. Двигайся. Да-да-да. Так, запустить. Заглушить двигатель. 6. Четверочка. Это у нас включить фары. Восьмерочка пристегнуться. Че так сложно? Короче, 4. 4 и 8 это просто по КД надо их нажимать. Все, я понял. Используй клавишу 2 до открытия меню управления транспортом. Окей. 4... Пиздец. Уже забыл. 4-8. Итак, 4. Пары. 8. И 6. А чё с языком? Почему какой-то перевод, не перевод? Открывай, бля. О. О. Так. Что вот это написано? Непонятно. Нихуя. Короче, тут надо еще устанавливать, походу, русификатор. А, пожалуйста, подожди. Чего ждать? Куда ехать? Нихуя себе. Это GTA San Andreas, но не GTA San Andreas.
очень много похожего на GTA San Andreas. И вот эта вот дорога похожа, но это нихера. Люди какие-то на остановке стоят. NPC, что ли? Бля, прикольно, прикольно. Ну, карта отчасти похожа на GTA San Andreas. Как мне вообще посмотреть, куда мне ехать? А, вот здесь груз. Так я не туда еду, мне надо развернуться. Какой же быстрый ход. Блядь, похую. Вообще, похую. Что, я первый раз играю в GTA, что ли, или что? Так, подожди, а мне надо вот туда? Вот туда. Вот там чувак какой-то поехал. Так, вот сюда, потом вот сюда. Блядь, какой он же неповоротливый. Так, надо взять груз. Кстати, доступно что-то там, человечек какой-то нарисован. Потом нарисован хавчик и бокал. Я не знаю, пьяный что-то. Пьяным ездить нельзя, менты. Опа. Блядь, радары стоят. Не успел выйти на работу, сейчас бы штраф прилетел. Так, ну это старый, это порт. Это все я. Здрасте. Я за грузом. Где мой груз? А где мой груз? Алло. Что тут написано? Для выбора груза необходимо подъехать к офису оптовой базы, нажать N. Или же ввести команду, чтобы приступить к выбору заказа. N. Так, N. Но у меня, по идее, тут груз. Где офис у них, блядь? Вот это офис. Здание. Нет? Нихуя не понял. Сейчас буду полгода разбираться. Где, сука, мой груз? Вы достигли места назначения. А, навигатор был успешен деактивирован. А что ж ты мне мозги ебешь тогда, да? Значит, мне туда все-таки... Ой, блядь, первая ДТПшечка. Ух, пацаны, оптовая база, во. Здрасте. Вы уже начали работу, до завершения используйте... В смысле? А где мой груз? Кто это? Для аренды прицепа вам необходимо нажать N. Готова база, готова предоставить вам прицеп в аренду. Стоимость аренды прицепа для вас отсутствует. Я нихуя не понял. Что мне там вообще? Подожди. Что мне там вверху писало? Активирован. Локация, прицеп для доставки. Дистанция. Какой прицеп? Вы там видели прицеп? Я не видел никакого прицепа. Так, ладно, берем прицеп. N. Допустим. Диалоговое меню, что? А у меня поворотник включен. А как выключить поворотник? Крытый, открытый, цистерна. Крытый. Похую. Вон мой прицеп. Как поворотник выключить? Бля. Как двигатель запустить? 6. О. Бля, у меня поворотник горит. Что за проблема? Как поворотник выключить? Сука, сложно. Бля, нихуя не понятно. О, нашел как. Все, я понял. Q и E. Так, это мой прицеп. Для чего? Сначала берем прицеп. Крытый прицеп. Они говорят, это лучший Евротрак-симулятор. О, вы успешно подцепили прицеп, можно отправляться в путь. Теперь вам необходимо отправиться в указанное место. Красный маркер на радаре загрузки фуры. Затем, как только вы загрузите товар, едьте к месту разгрузки и получите зарплату. Ага, все. Let's go. Какой он неповоротливый, если бы вы знали. Так, а вид от первого лица.
Ну какой это ETS, если нету вида от первого лица? Ну какой это ETS? Я думал, сейчас там далеко-далеко, где зима. Там Новый год два раза в год, вот. Где? Только вот такая кинематографическая камера, вот такая камера. И еще, у меня что-то написано справа, но нихера непонятно, что там написано. И мне нужно понять, пока, куда мне ехать по карте. А, ну понял. Короче, вот так. Ебать. Ну ладно. Допустим, я уже не вписался. Так, результаты игр по футболу. Чемпионат штата. Чего? Какой чемпионат штата? Чемпионат штата. Итак, друзья, что мы имеем? Вида от первого лица нет. Онлайн, ну, где-то 30-70 человек. Плюс нужно установить русификатор. Русификатор. Вот. Какие-то NPC на остановке. Непонятно что. Присутствуют поворотники. Я так понимаю, горючее. Написано у меня Гюэл. Это горючее. Дома продаются, кстати. Свободные домики. Можно дом купить. Я вообще не понимаю, туда ли я еду. Что я везу. И сколько мы получим. Вроде писали 1700, там, 47, да? Но куда-то я еду и, скорее всего, сейчас направо поворот. Судя по тому, как я знаю, а я нихуя не знаю, налево. Нам налево надо будет. Все, вопросов нет. Давайте хоть один груз сегодня довезем. Посмотрим, что это из себя представляет. Но, блин, самп. Реально, они рискнули сделать самп. Как Евротрак Симулятор 2. И плюс они написали, сейчас я припаркуюсь где-нибудь, что нету похожих городов. Как-то нету, если мы, блядь, сейчас в городе, который очень-очень похож. Очень-очень, блядь, похож. Карта, блядь, GTA San Andreas. Чего вы мне мозги наебали? Я трейлер смотрел, мне сказали... Больше 40 городов не похожи на оригинальную часть... GTA San Andreas. Где, блядь, я езжу по этому самому? Ты понял, почему я этому самому? Все то же самое, даже фуры те же самые. Либо там КамАЗик какой-нибудь, да? Что тут? А что тут, дорогу делают, что ли? Или что? Ну вот это вот прикольно. Вот тут дорогу делают, и ты такой хуяк. Хуяк. Объезд такой, типа, да? Это вот это они сделали, да? А, ну да. А, ну понятно. Ну давай. Попробуем довести. Так, не забываем, есть радары. А, ХП еще присутствует какой-то, фуры. Так, нам надо сейчас как-то, ребятки... А как бы мне... Куда я еду, блядь? Кто скажет, блядь, нахуя я сюда приехал? Ой, господи, ой, господяй. Так, разворот. Не может быть, чтоб фура так... Понятно. Немножко не вписались. Чтоб она так хуёво разворачивалась. Ну не может быть. Окей. Тем самым почему-то у нас алкоголь повышается. Или что? Это рюмка, короче, какая-то. Рюмка водки на столе. Поменялась погода. В вашем грузовике не найден... Чего? А чё мне говорить, на вашем грузовике не найден... Что? Бизнес. Бизнес есть. На вашем грузовике не найден прицеп. Вы чё? Аж какой хуй я по-вашему везу? Что это? Не прицеп, блядь? В общем, рассказываю про игру. Как я понял, здесь есть полиция. Полиция, милиция. Есть механики. И всякие вот рода бизнеса, да? Ну, в принципе, как и везде, на РПшечках. Везде все есть. Вот. Получается, ты как работяга. Если тебе нравится, ты работаешь на фуре. Зарабатываешь бабки. Хочешь купить себе личную машину. Покупаешь личную машину. Ух ты, а что здесь?
трубы какие-то, они что, канализацию решили? Ну, молодцы, молодцы, давно надо поменять канализацию. Вот, ни хрена нового я, честно, не вижу. Абсолютно. Мне надо будет сейчас заехать на мост, потом туда, я понял. Ни хрена нового я не вижу. Все тот же самый надоедливый GTA San Andreas. Только добавили несколько NPC. Что-то мне вот в правом углу написало «нажмите». Флагбаун закрыт. Так. Нахуй я вышел. Сядь. Что нажать? Вы хотите пройти обучение? Да, блядь. Да я случайно. Да ебись ты коромыслом, блядь. Ебучий сервер, ебучий самп. Ненавижу, нахуй. Да, блядь. Я уже груз вез, блядь. В чем проблема? У, сука, разъебу, нахуй. Оп. О, блядь. Систему нахуй ломаем, блядь. Только я застряю. Все. Все получается, да? Вызывай механика. Не, нихуя, я не сдамся. Я не сдамся, еще раз говорю. Вот вот. Надо попрыгать на, по капоту, чтобы самое. А двигатель-то тяжелый, по идее. Он должен перевесить зад. Он должен перевесить, и мы проедем. Вот если бы меня кто-то подтолкнул бы, было бы вообще весело. Походу нет, ладно. В этом грузовике не найден. О, я перешел границу. Давайте, слабаки, блядь. До встречи, я погнал, нахуй. Вот такой вот, друзья, видеоролик. Я не буду сейчас возвращаться обратно, брать ебучий груз, блядь, ради какой-то тысячи, блядь. Это просто забей. Это просто реально забей. Нахуй надо. Чтоб я еще в сампик зашел поиграть в сампик. Не, я лучше пойду GTA 5. GTA 5, сервер Grand RP, ребятки, не забываем, ссылочки будут в описании, будем играть там. А здесь такой тестирующий видеоролик, ну не знаю, если вам понравится, если доберет хотя бы 100 лайков этот ролик, мы сделаем еще ролик, либо же сделаем стрим. Все зависит от вас. С вами был, как обычно, Саня Игра, до новых встреч и пока-пока.